Всем привет! С вами любимая компания «Электромоторы». Сегодня мы представляем вашему вниманию насосную станцию для повышения давления на базе насосов DAP. Конкретно это видео мы хотим посвятить частотным преобразователям, которые регулируют работу данной насосной станции, данных насосов. Вот. На каждый насос устанавливается частотный преобразователь, тоже торговой марки DAP. Active Drive серия. Данные частотные преобразователи полностью регулируют работу насоса. То есть, если в квартире насосы не работают два одновременно, один основной, второй резервный, если необходимо дополнительные затраты воды, если включается в квартире кран, насос дает необходимый напор и производительность, а не больше, чем необходимо в системе вам. То есть не рвет кран и нет переизбытка давления, всю эту работу контролирует частотный преобразователь. Если происходит какая-то авария, тоже отключается насос. Вот. Также эти частотные преобразователи помогают экономить электроэнергию, энергоэффективно. Как вы знаете, насосы DAP, торговая марка, завод DAP, это дочерняя компания Grundfos. Насосы имеют высокий класс энергоэффективности, поэтому экономят до, наверное, 50-60% электроэнергии. Вот такие частотные преобразователи. Это действительно оправданные затраты. Также можете, конечно, не устанавливать такие частотные преобразователи, есть дополнительные датчики, но, конечно, рекомендуем, если вы хотите нормальную работу системы без аварий, то рекомендуем устанавливать такое оборудование на насосы. То есть так оно, тишина и ничего не работает, да? Тихо, ничего не работает. Ну, насосы, вообще данные насосы славятся тем, что они тихо работают, даже если вдвоем они включаются, их практически не слышно. Их практически не слышно даже в этом помещении, ну, нечего говорить уже о том, что где-то в квартире, где-то на первом этаже их может быть слышно. Вот. И также по энергоэффективности данные насосы имеют самый низкий. И электроэнергия мы не тратим электроэнергию. Ничего не работает. А если кто-то пишет кран, то он еще заработает, да? Да, заработает. Увидели уже там на других видеороликах, можете посмотреть в работе эту насосную станцию. По вопросам покупки и подбора обращайтесь к нам в компанию по телефону 5300-38.